Доступ к услугам ЖКХ одним кликом. В Чебоксарах запустили мобильное приложение «Личный кабинет ЖКХ Чувашии». Насколько теперь станет проще и удобнее контролировать свои счета и какие еще возможности появятся у собственников жилья, узнавала наша съемочная группа. Это приложение в тестовом режиме запустили еще в начале года. Разработчикам нужно было оценить удобство пользовательского интерфейса и понять, какие корректировки внести в финальный релиз. Мобильная версия практически ничем не отличается от страницы на портале ЖКХ. Здесь представлен весь перечень необходимых услуг. Вы можете совершать оплаты, ваши текущие оплаты счетов ЖКХ, счетов по капитальному ремонту. Вы можете подавать показания счетчиков. Все это как бы в любой момент, в любом удобном для вас месте, вот, с вашего персонального телефона, со смартфона. Сам прием платежей осуществляется с небольшой комиссией в 1%. Это как бы так же, как стандартное везде. Регистрация не занимает много времени. Нужно ввести минимальное количество данных. Впрочем, этого делать не придется, если у жильца есть аккаунт на портале. Логин и пароль совпадают. Следить за своими счетами можно в режиме реального времени. Все данные автоматически обновляются. Еще один приятный бонус – возможность отправлять обращения и заявки управляющей компании одним кликом. У вас не работает лампочка по дороге, в маршрутке. Вы написали, чтобы лампочку поменяли. Ну, как бы дальше все зависит от вашей управляющей компании. По большому счету она мгновенно получила эту информацию. Компания-разработчик обслуживает около 50% лицевых счетов граждан и сотрудничает с рядом столичных управляющих компаний. Для всех управляющих компаний, которые работают на Инсоц, то есть которые размещают свои данные на портале ЖКХ Чуваши, для всех абонентов возможна работа с личным кабинетом и на портале, и через мобильное приложение. Любая управляющая компания может как бы начать работать и подключиться к мобильному личному кабинету. И, естественно, для своих абонентов, для своих жильцов сделать доступной эту удобную услугу. Личный кабинет одинаково удобен как для собственников жилья, так и организаций. Оценить работу мобильного приложения может каждый пользователь смартфонов. Оно доступно для скачивания через Google Play. На других платформах его обещают запустить в ближайшее время. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика.